5 уборок. Ну, полтора часа, ну да, полтора часа собирались. Ну, сегодня неудачно попало с этим, с клиентом, с обновой. Согласен по войне. Печально. Иначе Да, они как-то потому за этим что... левелом гоняются, как бы. Ну да. Смысл? Лука пишет сапоги. Ну ладно, его дело, блин. Ну в этом-то и дело. Может, челик недавно играет, еще не понимает. А, Тайос, давай, ты в танках здесь будешь ловить эти, ну, летающие. А, я понял тебя, давай. Испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы. Падал рыбку стал. Гудли, коли за эти продаются. Пусть состязания начнутся. Кто? Ну, тринька 200-я с испытанием чемпиона. А, за пустоту не... продается. Да. Знамя вот это вот вся хуйня. Да. В Долоране, где латные доспехи, заходишь, там три мужичка за стойкой, вот их чекни. Там что-то 30 пустоты, по-моему, стоит. То есть по деньгам примерно 8-9 тысяч голды. Я хоть бы ДПС хватило щиток сбить в Аркии. Да хватит. И фейп 32. Что? От какого огня? От тьмы. Исполин, ты... Тут так огнем не бьет. А, Исполин. Чё? Светлая — это светлая магия. Исполин, чё? Ты белую танчишь. Паладин, ты танчишь черную. Ставите ее, ну, не в портал, но рядышком. Давайте эрчек. Ну вот, а я ДПС чекнуть хотел. Все готовы, давайте ДПМ пул. 5, 4, 3. Только, ребят, будете свечиться по порталам, не бежите в него, просто кликните. Пуляй. Паладин, а ты где? Кто? Не, ну это, конечно, интересно. Ладно, давайте БР. А, Мунчик по Адонту, Карас по Неверу, Акрима по Дрищу. Чё за хуйня, пал? Типа, ну, минус 3 ДД сразу. Мунчик. А, первая пати Хант. Нет, давайте это. Давайте падать. Я уж себе баф на стаку почти. Чё, чёрный? Чёрный. Ладно, сейчас расскажу. Ну да, кстати, он говорил. Ладно. Дом КП. Угу. Сплотившись, вы сможете пройти последнее. Еще и насыпать на него хотел. ГП так, чтобы еще и Фригу паролить. Ну, штраф Фрига. Да, на него, нет. Это Гудлика понесло как-то.
собственно, как обычно. Булька Фрака свистанул в середине. А, вообще серьезно. Что там базаришь? Неадекватный какой-то будлик. Я молчу. Ты, шо, ты пишешь хуйню какую-то, извините за выражение. Я не пишу ничего. Ты берешь это белую метку макро. И берешь эту волну и танчишь ее. Подводишь ее туда же, где поставят черепочек, чтобы они прям рядышком стояли. Ты никакие порталы по всем командам поменяй порталы не меняешь. Ты вот берешь свою метку и просто танчишь босса. Иногда нужно будет перебегать от одной, от первого портала к черному с боссом. Это все, что здесь нужно делать. Смотри, у нас рейд стоит в айтон фрейме возле портала. Исполин стоит вот так вот, ну и чуть-чуть левее. А ты стоишь чуть-чуть правее. И просто танчишь вот здесь вот боссом, где охотник прыгает. Дайр, ты бегаешь, ну вот бегай вот с какой-нибудь одной стороны. Вот туда, в сторону танков, вообще убегать не надо, просто вот здесь вот. Да, но тоже нехорошо. Давай, Терчик. А у нас пристабаф... А, у нас пристабафа нету, к сожалению. Вот, бабаф. Спиток есть. Отлично, сделали, отлично. сделали, все хорошо. Давайте, в один фрейм встаем. Все... Нет, не готовы. Паладин. Что у тебя не так? Разбав, окей. Что-то друиды с пятой пати не хватает. Дерево. Mm-hmm. Все? Все. Ну, вроде бы все. Все готовы. Uh-huh. Давайте добавим бу. Исполин белый. Паладин, иди. Забирай его. Иди к нам. Так же делаешь. Смотри, она будет срываться, готовь таунт всегда. Что какая-то, блин? Комб говно. Еще нет одного сталка света. Конечно, наши не собираешь, черные. Да, точно. Белые ладно. Спалим. Ладно, там не жопу прилетело. Нормально. Стоим, бьем. Ничего не меняем. Каспер, конец, бейте. Вообще, может, я не хочу, чтобы вы без меня ДПС крутили. Да я вижу. Блять, Дон, успокойся. Приходится. Я настакался уже. Здесь на меня только 8 стак. Еще бы метку этот товарищ не перебивал, вообще бы было его хорошо. Ты, по-моему, не те же серьезно добиваешь. Сферы друг друга поглощают, если сталкивают. Сейчас две друг друга. Света переключились. Светлую взяли. Переключили светлую. Все берем светлую. Играем в луну. Нео Свакер. Кто у нас? Каро.
Подними его. Так, давайте побежим вот сейчас вот. Там как раз ничего не летит. Хорош наверх. Так же играем. Темную, нажмите темную, все. Темную жмите быстрее. Да еще успею. Слаки. Уже 5 бафов на стакан. А ДПС до сих пор нет. Ага. Переводим. А, давай, пошли. Ой, хорош, я чуть не умер случайно за это. Самые сферы, да? Играем. Да, я в самой сферы, это отрыв нажал в 3 штуки. Суицид мод. То не сделаешь ради ДПС. Утопник по ДПС, да? Старые добрые на циркуле. Следующий перс у Донта это будет вар. Чаржу по шапке на тело. Next story. Отрыв по кинотеле. Уйти в отрыв, я бы так это назвал. Ёбаный рот. Да ну нахуй. Две приди? Не. Две раз. Чего? Ну нет, ладно. Воров. Ну да? Все это, да. Я доволен рейдом. Не зря. Да, сколько мне там надо дать? А что все, что тебе уйдет? Ну, ты вообще повинившийся. Приор, посмотри. Приор, блядь, тебе не верю. Don't try do the самый высокий. 4 сотки. Вообще не страшно. Ничего. Все, теперь дрищ по один по приору. Дрищ не страшно. Да, сразу утешение роль. Я его держу. На меня не обращать внимания, просто посмотри, сколько приора у меня. Бля, мало, пиздец. Ну, хоть паладина одеваем. Угу. Паладин держим. Дрыщ да, полутал. Так себе. Ну, у него хуже просто. Дрыщ, по-моему, ты 4 меч полутал. Альянса не выстоять даже самым сильным прислужником короля лича. Все славки наших героев. Ну, как раз я тебе это с меткостью не отдам. Что такое Найтхолд? Кто-то мне скажет? Кто? Найтхолд, это что такое? Это сфера. Да, она открылась. Блин, мне какие-то спамеры пишут, как, блин, пожаловаться. Призыв к суициду, где кнопочка? Нету? Понятно. А что, мы даже не пойдем? Да, на собой это не идет.
По тренингу хотя бы. Король Лич понес тяжелую потерю. Ну, по тренингам хотя бы это у Сируса нормальная политика. А этот пухарь, друзья, это Ромнила? Уже? Такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Ну, Дон теперь хоть дамажить начнешь. Ну да, да, да. Вот Фейба обгонишь наконец. Да, Фейба вряд ли. Мне Т4 надо. Больше, чем этот прыгай на самом деле. Это не в 4 на 4 раза? Нет, 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 в этом проблема. У меня там косарь с лишним ДПСа просто сразу. Слушай, упадет. Дон, давай так сделаем. Сейчас мы посмотрим на первый пул, что там вообще. Да, 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 мы посмотрим. Да, потому что мне что-то есть сомнение. Два раза убьем. Одной шпатки не хотят, да? Чего? У короче есть шамана ФК. Лядрыч накрутил ДПС, а? Я тоже не очень понимаю. Я могу на мага зайти. Не, не, ну мог. Могу двоих вытащить. Ну, кстати, слушай, и правда, Лакрима может пойти на этого, на мага. И 4 хила. И 4 хила, да, у нее маг же прям хороший. Зачем нам? Типа нет ни доспехи до дэшников. Точно. Ну, типа, сейчас там это гофхил, если еще решится это, ну, посмотрим. Слушай, если нам очень если тебя пока полежал, я зайду спокойно. Когда я не жалко. Ну, ну, бутер, кстати, да, у него же есть холипал, но... А тебе не нужно ничего развиться отсюда? Я не хожу холипалом никуда, только если кому-то помочь надо из своих. И все. Понял. Идеальный. Идеально, это тут. Тебе этот решение нужно? Да, давайте ускоримся, времени дохуя уже. А он рулил, что ли? Я что-то их не заметил. Нет, нет, я вообще его не видел. А, 17 рулил. Да, ну, Лакрим, тогда просто, ну, по приору же. А, то есть ты заеб... А, заеб, ты его не будешь. Ну, тогда, Лакрим, тебе 4 соточки. Да, да, это по Лакриму, ты тут дальше надо. И шаман тоже. Он шаманом сейчас вбиваться, крит хаст, брать 2 тринки на МП5 и вообще не париться. Да-да-да, из крыла, да. Бля, может, хазлом начать? Так, ну, давайте, торчек, паладин. Ты далеко? А, он написал, что отойдет. Да-да-да, 5-7 минут, но вот у нас есть, давайте 5 минут еще, можно пойти чаечек налить. Лаким, а ты пока что на мага. Давай подамажишь. Хорошо. Да, 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 я тоже бы хотел покурить, но мне нельзя. А я пойду. Завиды. Я тоже. Я поставил это. Пошлите спать. Может, давайте все ли в нем с рейдами? Литл. Что тебе надо? Говорю, давай с рейда ли в нем. Хочешь ГП? На ДК? Пофигу.
А что, мы добрали какого-то мага? Чё, фей, чё? Да. Давайте. Давайте ли в него. Да иди в шопу, гудлик. Ладно, смотрю щилдаптеры. Аренку щилдаптеры посмотрю. Эверлива. Гудлик, я тебя сейчас просто замучу. Будешь молча играть. Да пофиг, я сейчас убью нуба из пальца. Ну, завтра придешь, у тебя мут в дисе. Как тебе? Завтра все равно. Завтра придешь, а ты без гильдии. Как тебе такой гудлик? Локом причем, и перерыв сгорел. А всех остальных, типа, завтра просыпаешься, а ты в СПКВР, блядь. Твои действия, блядь. Калют кидает тебе пати, блядь. Что ты будешь делать? Это жестко. Ущипну себя 3 раза ножом, да, типа, за живот. Я бы игру удалил бы, если бы так случилось. Ты подумаешь? Не, Калют нормальный парень. Блять, он за Легион. Да мне, не, мне Суна говорит, он там орёт на всех. Бля, да Калют это жестко, ты чё? Или в это в топ гильдии Альянса, в Сильвер Юнион еще можно. Это как этот Бьёрн пишет. А типа, какие вообще гильдии есть на Альянсе? Даже. Ну, из тех, кто типа нормально что-то закрывает, это методы. Методы говорю. Норд. Ну, мы такие все, блядь. Вот, типа, второй рейд хуй пойду, больше заебался. Не, типа ГГВП, типа, ну, проходят. А Black Rose проходят. Потом. Ну, хотя, типа. Аегисы плюс как раз таки Black Rose, они типа на одном уровне. Потом там дезмашин идут. Да, это мягко, да, это жестко, понимаете. Да, типа, там где-то эспокер, где-то там вообще там в помойке валяется. Ну, там, типа, есть легион, который там собирает Аниксию, но который мне страшно даже плюсовать, свина, на которого вообще там даже КД не жалко. Просто понимаю, что там время убивать это такое. Типа, какие там вообще тени запределья какие-то. Не знаю, типа, гильдия дохуя, типа, но... Будет тоже неплохая гильда, а... вроде закрывает. Саша. А чё они закрывают? А, они... Ну, типа... Слушай, ну, они в актуале этого, как его называют, в актуале Ульдуара закрывали до хранителей и все, дальше не осиливали. Хз, я просто с ребятами их попадал. Не фулл рейд, но так, частично. Неплохие такие челики. Ну. Саш. А, еще ты Небрис. Ты ювелир? Это ты, сука. Нет, еще... нет. Вот ты Небрис. У меня ЮВ есть. А Гудлик, а ты ювелир? Ты что ж, Саш? У меня ЮВ есть. Ну, правильно. Ты еще псковское порно вспомни. Ну, псковское, да. Гудлик ювелир, я только что знаю. Слышите, а как аддон называется, который показывает КД у людей, на которых, ну, в таргет, который ты берешь? Айцислы. Нет, не, ну, не сверху, где-нибудь сбоку. Смысл сбоку? Куда хочешь, то и перетащи, блядь. Ну вот, на арене есть херня такая. Ну, айцислы. Какой айцицл? Айсайкл, блядь. Какая разница? Айцицл. Русская версия. А как там перетаскивать? Дон тут. Скажите, когда перерыв кончится, я в альтабе.
Там перетаскивать нельзя зурки. Блять, вот какая тебе хуй разница? У тебя, блядь, 1326 рейтинга. Да что ты хочешь там, блядь, перетащить, блядь? Ты три кулдауна, блядь, в голове запомнить не можешь, блядь. Так это ж я еще не играл просто. Ну да, понятно. Ты только смотришь, как люди играют. Ну да. Учусь. На Локи это же не на Варе, не на ДК ориентить. Ну да, как ты, блядь. Соблазн, блядь. Поджигание, испепеление, блядь. Минус дело, да. Да. Что-то прострелил хаоса на латных. Стан, стрела хаоса, кладбище, все, победа, блядь. Блин, зачем сразу я дис-то давать, вы чё? Типа, мне с телефона печатать, что у нас нет. Блин, ебать уже рубит. Специалистов с... Как его называют, блядь? С компуктером? Надо, короче, добор гильдии, блин, наверное, заметил. Ну, надо бы, да, я, типа... Слушай, не, второй ряд это вообще что-то с чем-то, блин. Да, сегодня все это обнова испоганила. Ну, на самом деле, да, типа обнова, ну и там часть людей, которые просто не пришла банально. Даже, ну хотя, слушай, по-хорошему, типа нужно было побольше людей, чтобы было кем... Кто за... Блядь, неправильно написал. Хочешь сказать, что нужна замена? Да. Ну, типа, ну, слушай, у нас, смотри, здесь Void, здесь у нас Кенроки, здесь у нас, ну, Лактима, понятно, у нее просто, типа, она в прошлом рейде не была, но она так в два рейда ходит. Кто у нас еще? Дайр, Лос, Гудлик. Я просто зашел помочь, я не буду ходить. Ну вот, я просто говорю... Про то, кто типа просто там дырки какие-то закрывает, Кару закрывает дырку тоже. Судя, вот 5 человек, которые просто замены. Не, я дайером хожу сюда. Ну, понятно. Приор 0. Так, а какой там варчик появился? У варчика, если что, нормальный мейн танк. Ну давай, бери его еще. Дон, слышишь? У Вара нормальный танк, если что. Хорошо, берите его, конечно. Ты его кто-то перекинул? Да. Его перекинули. Дрыщик упал две шмотки. А друид ты все, что ли? Пейба у нас не будет. Он написал, что ему в 4 утра вставать в наряд куда-то. Поэтому... О, ну конечно, ладно, окей. Кто Путина убил, блядь, пиздец. Ты, блядь, смеешься, нахуй. А завтра, блядь, переворот государственный, блядь. И все, блядь, пиздец. И пизда, за кого голосовать? Навальный сидит, нахуй, Путина убили, и все, блядь. За Фейба. Да, все, а Фейба, блядь, расстреляет, нахуй. Так, по один, давайте, наверное, в реплика, Вар, если... А Вар войси уже? Да, должен. Да, вон пишет. Да, отлично. Ну, давай в танка тогда. На тебе будет один из мобов, на которого я не поставлю черепочек. Он будет твой. Ну, просто под босса его и все. Ой, все, бля, Гудлик дорвался, да, конечно. Да, в танка. А Фейба зачем? А, его же кинули, уже. Я ему потом пропишу просто. ЕП-шку. Я же хотел поинтересоваться, куда пойти. Да, то есть, ну, если ты ролишь на танк, то ты ролишь на танк, да. Подожди, нет, ты вначале... Не, он на танк ролил. Он все время, ну, короче, все время... А, да, он же все время ролил на танк. Ну, и все, продолжай. Твой друг зашел, говорит. Спроси, у кого-то знает или нет? Вар, это же Бьон. Ой, ролишь. ДД танка, тут что тебе нужно? Зорки, ты его знаешь? Нет, я знаю, что он Калюта знает. Судя по гильдии. Мы от тебя знаем все обо всех гильдиях, обо всех людях. У него на роге вот такой. Да, персонаж. У нашего ГМ.
Я с ним как-то на все открывал. А, я на X3 видел эту руку. Все, ладно, колют, давайте, погнали уже. Типа, что-то делать, серьезно. Так, наверное, ты у нас на сферках. Понятно. Ты на боссе, и черепочек на тебе. На кого я ставлю черепочек, мы в него свечимся, второго мы просто кливаем. Слышите, ну у меня банка 4 минуты, но это пиздец, я перебивать не буду. Там, ну, в смысле ты не будешь? У меня 0 минут, я тоже не. Я перепил. Питер. Еще все готовы, ДБМ пул, на Исполина на пул. Будет супер пул. Рыбку с детства я отпрошу, да. А рыбка была? Рыбки не было. Давай поставлю рыбку. Откуда у них в СПКР все в 4-4 стоит? Дэвер, что за прикол? А тебе кажется, что типа сложный контент текущий? Нет, просто у многих людей. У многих гильдий полуконсул. Одну лутаешь, вторую забираешь. Поэтому у многих уже 4-4. У них люди на РТ не ходят, и у них биссовый персонаж уже. У нас не падает же навыков только, что ты будешь. На 4, считай, 4 класса зависит от навыков. А роги... Роги плюс домашний. Да у нас ДК-шка стоит 4, нормально справится. Да ого, пацаны, ку, уже пиздец, уже. Уже согласен, давайте. Еще один арчек. На пол. Дайвер, на тебе эти летающие. Да я понял, парки. Давай. Все, давай сделаем, все, красоте. Все, все готовы, ДБМ пошел. Скажка 2. 3, 2, 1. Сейчас у меня отлагает, и я собью. Вот, сейчас бьет. Понятно. Тут, видимо, сова. Нет, я сам. Парень, черепочек твой. Черепочек сыграли. Вар второго забили на себя. Да, на уже. Отлично. Паладин, а не неистовство выкручено, наверное. Босса забрал. Не, Вару прохил. Гля, обоих убило. 10к, 20к. Еще и хил, ладно. Давай, Казат, Кару из Полина подними. Так подожди, у нас же два танка умерли. Да, два танка умерло. Карас, подними второго танка. Артрушка, подними Войда. Сова, подними меня. Лаук, есть встать? Если есть встать, вставай. Не-не-не-не, все, стоп. Стоп, ПР, давайте, у нас еще один хил упал, парни. Исполин, тебя за заморозку убило? Да? Встаньте все в одну кучу, убейтесь об шипы. Да. Да не, ну, тут понятно. Да, ну, не столько не настакали, ну, не даже... Ты каждый должен быть. Он вар тему пишет, мы же с Бьорном так же делали, что я босса танчил, а он двух жуков. Но у Бьорн танчил... Зачем? Ну, почему? Я ДК-шкой жил же. Долго и счастливо? А чем тебе исполиновский ДК-шка не нравится? О, исполинов хороший ДК-шка на самом деле, да. Блять, хейтер, блядь. У меня лучше. Ну, да. Я там отдаю прожимку на армор тринку, отдаю незыблемость, отдаю костяной щит на каждый раз. Ну, он там вар говорит, что двух затанчит. По очереди. Вар двух затанчит. Не-не-не-не-не. Ну, давай, вар с блоками. У тебя блоки 60 секунд.
Дрич. Лема 225-го взял. Дискорд. Отлично. Давайте шкафчик под него поставим, под лемом, под этого. Блять, еще. Блять, дрич. А что ты предложил еще раз? Спокойно. У Вары есть блоки, у Вары есть ШВ. На закупку этого хватит. Потом откатится. Так, ну, на пол есть. Я на Исполина, на Пулёшука. Так у него, кстати, масс ШВ. Тем более. Да. Ну, Вар заряженный. Так что, он забирает двух жуков, на него напуливать? Давай, попробуем. Спалин просто держит, значит, босса. Ну, просто видишь, у меня на ДКшке там и щиток на 17к есть, тринка. Они просто вот эти вот на ХПшке, замакшенные. Ладно, хорошо, чё там? Рыба-карась, игра началась. А где у нас? Лем кушает пока что. Я ему дискорд дал, сейчас еще если он появится. Там для скрабей пиздец агрессивно. А, тотемы на рейд действуют. Сегодня. Ну и лемовский этот. И хоста. Так, все готовы? Вот еще раз. Так то же самое, ладно. Ставлю черепочек, только Вар забирает двоих на него, мы это все напуливаем. В черепочек мы сразу играем, второго наклеиваем. Опять ебнулся чайки. А есть Джипс? Джипс, да, вон там у стеночки стоит за шкафом. А Дис там наверх спрашивает. Да я понял. Ты ему скинул? Хорошо. Блин, давайте 19 секунд, 17 уже до этого. Ты чё, бухался? Ой, ладно, в пизду, понятно, блядь. Что слышал? Все, стоил нету. Пизду. Давайте чуть-чуть ускоримся, ребят. Че, все принято? Да, все готовы, давайте ДБМ. 5, 4, 3, 2, 1. Одна секунда. Я что-то это... На Версале. А у тебя все равно стоил не было. Да, у меня не было стоил. Справа разбил. Черепочек играет. Сука, как лукает. Мразь. Вар, прожмись. Бомба давно. Черепок. Клеймем этого.
на это колеса видим. Все, посыгаем. Поехали в череп. Да, мы тогда добиваем. Все, все, побежали, побежали. Вот по трэшу не забываем играть. Дрыщ, пиздец, ты, блядь, опасный парень. О, как Дон-то прихва. Сейчас там же разобью. Вон, вон, здесь уже. Все разбил. У меня подозрение, что ТПС как-то хуёво совсем. Маленький с ТПСом. Обжали. Добиваем этого. Да, ты мягко ушел. Отлично. Кару, подай РБР. Блять, кто так разбивает? Наверное, звездопад. ДКшка есть какой-нибудь возле платформы? А, понятно, вот сбиваю. Быстрее беги. Ну, там чел не особо понимает, кстати, как бегать. Ну и там бежать особо не было куда. У нас со стороны все плохо. Три секунды. Мунчик. Сова. Заводи на платформу. Все под босса с трэшем. Черепочек варн твой. Черепок с крали. Должны плюс 50 перевести. А у тебя
есть фер, баня же ты. Сможешь подать, если что? А, у нас живой твой, ты же сможешь. Кенроки, заходи на лужу, не дочь. Поменял таргет почему-то. А, мабам, который выйдет одному из них. Невер, с лужами. Да. Там кто-то криповал нормально. Пиздец. Войд, есть боб у себя? Боб по себе есть. Три БР нету. Как раз мертвый еще. Пиздец. Каруфка, блять. Знаю, бомжей нужно будет отдавать, наверное, и станы в мобов. Давайте сейчас босса играемся. У нас второй танк А, живой. Черепочек залили, блядь, Войда нет. Пал, поможешь вернуть? Исполин бомжей. Спас. Наверное, есть трапов по второму. Кинул. Не знаю, успел, блин, не успел. Я промахнулся. Дайр бомжей. Гера нам нужна. Давайте Гера дам. Пизда. Да нет. У нас ДПС нету. Да. Ну тут девятку три человека дают. Еще пропадало. Давайте падаем. Еще раз пробуем или нахуй? Да, давайте еще один раз. Я пол второго, ой, пол первого уже. Тут сильно поздно. Блять, Гудлик, угомонись, пожалуйста. Сука, ноешь уже, реально заеба, блядь. Лучше бы, блядь, не ныло, так же, как восхваляешь ДПС чужой, так же бы писал здесь. ГП на око. Ну да. Здесь мораль, блядь. Бля, сорян, Шам, я думал, уже все спрыгнули. Или не Шам. У меня есть, спасибо, парни. Я сейчас вас сам намажу. Гудлику смазать надо на место.
Кайте, ТСС. ФСС по ОК. По Карасу, по Квавхиу. Дрич по Карасу, Нейла по Квавхиу. Да, это мягко. Ну, по Вару давай на всякий случай. Угу, да, да. Ну, еще одному хилу, наверное, по-хорошему. Я бы отдал друида. Типа лишний БР. А Руби на друида ресторчика. Черепочек на него поставил. Олд, готов? Да, да, да. Ну все, давайте тогда. Исполин. На место. 5, 4, 3, 2, 1. Блин. Уже нету. Карас. Больше на пулов туда давайте. Не грипайтесь, Твера, туда. Вот, сам себе боб дашь? Я пока не могу прочитать это заклинание. Второй паладин, дай здесь боб человеку. Дай, вот видишь, в дрища идет. В черепочек дай сейчас боб. Все, дрищ, подходи туда, лучше. С фейком его. Откатились у нас БР. Без метки напулил. Я буду переводить. Кару фейку БР, ну, идет. Не касочку. Не лапку. По фейке бнуть ребаф. Без метки на пулева.
А вот и гости заявились, как и обещал господин. Заходи сразу. Страшно под боссом. Блять, я не убил. Черепочек поставил. Я на черепочек поставлю. Дальний на пуле. Дальнего наплюва. Пошел разбивать. Есть у тебя боб? Сова на вторую секунду. А, это Кару, нормально. Да на вторую зачем? Беги, малышка. Слушай, Донт, я предлагаю сейчас, когда он вылезет, Геру сдать. Надо там немного осталось. Ну, смотри. Похиливайте, не? Да? Нет? Да, 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 да. Отлично, его дали вам, дали. Вылез. Все, давайте, все в боссы. Дальнего на пульва. Что будет? Дальнего, есть черепочек. А, дайте герва, босс играет. Варк, прожмись как можешь. По очереди. Сложила обоих. В D3 хожу, БР дайте. Ну, я взял в D3. Он на барак забрал. Один. Или там еще 4 мамба. Там 4 мамба может. Давайте попробуем их разбить. Тут падайте, тут падайте. Да подождите, пробуйте там отбивать мобов точечно. Черепочек доиграйте, потом в босс играйте. А остальных мобов расконтрольте. Пал, фир, второй, дай. Нет, все уже. Почему вы упали? Да-да-да.
Да, надо было жуков играть. Это первый. Вторые были жуки. А, где-то первые добыли. Отдайте шаурме трофей. Масс-рез. Слушайте, давайте ТР-чек. Еще один трай или спать? Да, ну, вы понимаете, что нажимать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Девять против. Десять. Ну, я тоже на самом деле против. Раз. Нет, давайте спать. Я ИП-шку фулл дам, но давайте спать. Чёрт, это все. Разруль трофеи. Точно, а я уж забыл. Ну, давайте. Первым, с каким там, четырем. Это будет 97, 90, 88, 84. Давайте по порядку исполин. Ну, шаурма выдалил, красавчик. Дрищ. Ты где?